Это наш двигатель. Что-то он плохо работает. Сейчас мы его проверим. Вот, включаем розетку. Он не работает. Сейчас мы отключим. Скорее. Сейчас посмотрим. Здесь контакты тоже проверим. Дело все расплавилось. Вот, все расплавилось. Вот это у нас конденсатор. Все сгорело. Дальше вот эта часть все сгорела. Все сгорело. И двигатель весь сгорел. Так что мотор уже полностью полетел. Его лечить не получится. Или заново надо обмотать, или новый покупать. Один из двух вариантов.